230 мигрантов, спасенных у берегов Ливии экипажем гуманитарного судна «Ocean Viking», прибыли в центр приема беженцев, расположенном на французском полуострове Жиа. Здесь они смогут подать прошение о предоставлении убежища. Как сообщает Европейская спасательная служба, в числе прибывших 57 детей, самому младшему из которых 3 года. На данный момент все они попросили убежища. Им надо пройти собеседование с органами безопасности, чтобы убедиться, что мигранты не представляют угрозы безопасности. А затем собеседование в Государственном бюро Франции по делам беженцев, чтобы узнать, обосновано ли их прошение об убежище или нет. Согласно международному праву, судно должно было пришвартоваться в ближайшем порту на Мальте или в Италии. Корабль с мигрантами смог причалить у берегов Франции после отказа итальянских властей принять беженцев.